Наркоман звонит в морг. Мой дед ушел за пивом за вчерашнего дня и до сих пор не возвратился. В больницах его нет. Вы, может, посмотрите у себя? Его спрашивают. Особые приметы есть? Наркоман говорит. Есть. Он заикается. Что, всегда? Нет, только когда говорит. Здравствуйте. Как я понимаю, вы отец Вовочки. И вы с ним вместе выполняли домашнее задание? Ну вот же в дневнике лично вами написано нарисовать кружки. Но я просил нарисовать кружки, а не пивные кружки и трех мужиков вокруг стола. Армейский анекдот. Так, новобранцы, сегодня будем копать окопы. Окопы бывают для стрельбы сидя, для стрельбы лежа, для стрельбы стоя. Кто будет нарушать, будет иметь наряд вне очереди. Окоп для стрельбы сидя на лошади. Скажите, у вас есть доходы, у которых неизвестно налоговым органам? Но мне приходилось доставать монеты из фонтана. Ты не поверишь, сегодня видел свою жену с каким-то типом. Ну, а чего не подошел к ним? Ну, как я подойду, я же в командировке. Марья Ивановна говорит Вовочке. Вовочка, вот здесь у нас в живом уголке живет уж. Расскажи весь процесс его эволюции. Вовочка говорит. Вот до чего довела школа Змея Горыныча. Два наркомана изготовили на зиму бочку вина и сделали два крана, каждый для себя по обе стороны. Через некоторое время встречаются и один другого спрашивает, ну как твое вино? Тот говорит, такое хорошее, я свое уже выпил. А первый говорит, ну а я свое для Новый год берегу. Трем богатырям для приготовления коктейля «Поросенок» потребовался всего лишь один огурец и бочка водки. Марья Ивановна спрашивает у Вовочки. Над страной восходит солнце. Это начало чего, Вовочка? Вовочка говорит. Марья Ивановна, это начало 50 миллионов похмельев. Все кончено, я ухожу от тебя. Дорогая, прошу тебя, дай мне шнапс. Может, шанс? Шнапс. Муж собрал свежеприобретенный шкаф и показывает жене. Жена говорит, вот смотри, когда нижний ящик открываешь, средний тоже открывается и бьет прямо в лоб. Исправ. Муж говорит, не, я уже закончил. На нижний мы положим вещи твоей мамы. Прошлый ролик не успел выложить в группах социальных сетей. Успел выложить только на ютубе. Вы можете послушать эти анекдоты, кликнув на ссылку внизу в описании под видео. Если кликнуть на название канала D21, потом кликнуть на кнопку видео. Там еще есть анекдоты от 9 октября. Их тоже в прошлый раз не получилось показать.